мне бы хотелось рассказать, что нам удалось сделать за предыдущий 2022 год. Депутат Совета депутатов Руслан Шаипов провел встречу с жителями микрорайона Сходня, на которой отчитался о проделанной работе за 2022 год. В частности, им было проведено 37 личных встреч с жителями микрорайона, 204 встречи с жителями многоквартирных домов, на которых были учтены все их пожелания по ремонту и благоустройству домов и дворов. Хочу выразить ему огромную благодарность за чуткое и внимательное отношение к жителям, за своевременную и оказанную помощь в трудных вопросах, за взаимосвязь в режиме онлайн с жителями. Огромное спасибо Руслану Наримановичу за то, что всегда находится на связи и помогает решать нам сложные вопросы. За период работы Руслана Шаипова в 2022 году в микрорайоне Сходня были открыты два палисадика, детское и взрослое отделение реабилитации на 40 коек в больнице на улице Мичурина, дом 31А. А в составе фракции партии «Единая Россия» вместе с коллегами в округе при содействии депутатов были реализованы крупные проекты по ремонту ДК «Родина», построено 49 детских и спортивных площадок, возведен наземный переход через ЖД-пути близ ЖК «Солнечная система» и многие другие проекты. Химкам есть чем гордиться, и высокие результаты в работе были бы невозможны без поддержки губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева и, несомненно, жителей нашего городского округа. На сегодняшний день городской округ Химки входит в топ-10 среди крупных городов России по качеству городской среды. Руслан Шаипов отметил, что его личная задача и однопартийцев – держать планку на достойном уровне и продолжать работу по реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни химчан.